Подключить все дома горячей воды обещают до 13 июня, и за множество дефектов сделать это вчера получилось не везде. 39 неполадок устранены, еще столько же в работе. На утро 8 июня горячей водой обеспечено только 2/3 жилого фонда Архангельска. Сегодня в течение дня горячая вода должна появиться в Северном округе в полном объеме. Аэропорт Алаги, улица Гагарина, Шубина, Комсомольская. Привокзальный микрорайон. Дома подключены к обводному каналу. Улица Северодвинская, Вучейского. К сожалению, повторно пришлось отключить Соломбальский округ. Выявлен дефект в районе улицы Таймырской. Ремонт запланирован на завтра. Горячая вода должна появиться 10 июня. Также работы ведутся в районе Московского проспекта на улице Галушина и Воронина. Там вода появится завтра в течение дня.